Жили-были дед да баба. Жили они бедно. Из хозяйства только у них была старая курочка Ряба, которая давно уже не несла яйца. Дед с бабой переживали, как праздник Пасхи справлять будут. Вот однажды снесла курочка яичко, не простое, а золотое. Стал дед яйцо бить, бил-бил, не разбил. Баба била-била, не разбила. Мышка бежала, хвостиком махнула. Яичко упало и разбилось. Плачет дед, плачет баба, а курочка им говорит: «Не плачь, дед, не плачь, баба. Это не простое яйцо, а пасхальное». И увидели дед с бабой, как волшебное яйцо превратилось в корзину с яйцами, да в пасхальный кулич. Обрадовались дед с бабкой такому чуду, стали благодарить курочку Рябу, позвали в гости мышку и стали все дружно отмечать праздник Светлой Пасхи. Христос воскресе!